Итак, что ж, всем привет, с вами снова Михаил, продолжаем проходить игру Resident Evil 2, 9 серия у нас на носу. Так, и что ж, теперь делать будем. Сохранил, конечно, что ж, убираю. Ключ карта мне нужна. Аптечка, конечно, тоже не знаю, пригодится ли. Сейчас прям вот две прям аптечки-то. Так, нет, пока я думаю, убираю. Потому что у меня столько оружия, что... Да. На босса он только может пригодиться. Взять на босса огнемет и магнум. Попробовать огнемет на нем. Проверить. Вот. Так, ладно, берем карту. Надо взять магнум, чтобы модифицировать оружие все-таки. Представляете, что мне кое-что больше не пригодится, все. А нам больше не нужен. Я там уверен. Хотя огнемет он пусть возьму. Нет, не буду брать. Так, модифицируем к нашим магнум. Теперь у нас более мощное оружие, отлично. Нам это очень пригодится. Не запишет ли у Клэр, будет ли огнемет? Я тут точно не помню. Так, ну все, отлично. Пока, думаю, давай пригодится только, больше нам ничего не нужно. Да, аптечки. Да, куда-то ада делась, конечно, непонятно. Хотя была ранена, это серьезно. Так, ладно, где мы используем в последний раз ключ-карту? Вот здесь вот. А, лифт. Так, ну лифт, да. А, здесь лифт-то. Что-то я забыл про это. Да, в другое место идти, а не сюда. Так, ну ладно, идем. Здесь нам делать так-то больше нечего, кроме того, что с эвром использовать. Ящик там полазить. Сохраниться. Так, а у нас там что-то есть какой проход? А, здесь больше прохода-то и нету. Три прохода всего лишь. Так, где я был? По-моему, здесь вот не был, там, по-моему, ключ-карту можно было использовать. На всякий случай. Для одной там комнаты. А, еще газ включился. А, или не здесь? Но... Хотя, помню, здесь. Я вот не помню. Нет, я здесь был. Хотя, конечно, с эвром не брал. О, не буду брать. Потому что там ничего полезного нету. А, с эвром я так полно этих, я очень этих, точнее, этих. А не с эвром, а точнее этих. Вот, сохранял полно. Целых 17 штук. Куда мне их еще больше-то? Здесь я, по-моему, тоже был, все там забрал. Если не ошибаюсь. Мне нужно идти в другое место. А, да, точно. У нас там еще одна комната осталась. Ему диск нам можно искать, в первую очередь. Вот. Так, с патронами, с аптечками у меня все нормально. Хотя, думаю, может, Клэр тоже, наверное, будет огнемет. Да, вот как раз, да. А, все, короче, карта нам больше не нужна. Ключ лаборатории-то. Мы его используем последний раз вот так, на этой двери. А, здесь у нас как раз патроны к магнуму лежат и аптечка. Еще одна. А, хотя места в комнатаре у нас много. А, здесь нам точно пригодится. Так, блин, что магнум? Патрон магнум-то не берется. Магнум патрон бери, что ли? Так, отлично, отлично. Аптечка, конечно, у нас полно, так я что-то их использовать. Вначале бы она, конечно, полно было бы. К концу зачем столько аптечек, непонятно, к концу-то. Когда это не сильно нужно, и когда уже патронов-то много, и... Враги нас не так прям уж сильно кусают. Хотя на битве с боссом, конечно, нужен, да, аптечка-то полно. Так, выключатель света, нажмем его, чтобы посветлее стало. Еще зомби. Машина для синтеза базовой вакцины, ну, это, конечно же, будет Клэр компании, да. Так, мы здесь, по-моему, найдем диск. Или нет, не диск найдем. Я точно не помню. Да, и мой диск найдем. Так-то все. Здесь нам больше делать нечего. Вот так вот. Найдем таким образом диск, который нам нужен для выхода отсюда из этой лаборатории. Так-то мы все здесь уже сделали. Так, а вот не помню, где, конечно, нужно искать вот ту дверь. Точнее, то проход, где нужно. Так, все, где нужно будет там отпечатки пальцев. Там какой-то комнат нужно будет открыть, там специально какое-то оружие, все секретное или что-то. Ты убил моего мужа! Я знаю, что ты ищешь. Ты пришел за G-вирусом, не так ли? Тебе не забрать его у меня. Это наследие моего мужа. Итак, где та шпионка, с которой ты работал ранее? Ты знаешь, о ком я. Что?
Ты действительно ничего не знаешь? Ха-ха! Ты такой доверчивый! Она одна из оперативников агентства. Причина, по которой она пришла сюда, просто заполучить G-вирус. Это ложь! Нет, это правда. Я выяснила это, когда навела справки. Она стала девушкой Джона специально, для того, чтобы добыть информацию об Амбрелле. Этого не может быть. Я ее знаю, Ада никогда бы не сделала ничего подобного. Не веришь мне? Да это и не важно. Ты в любом случае сдохнешь. Что происходит? А, вирус G мы взяли тем самым, да? Вместо зажигалки при этом. Только зачем... Активирована система самоуничтожения. Повторяю, активирована система самоуничтожения. Самоуничтожение нельзя отменить. Всему персоналу немедленно проследовать на эвакуационную платформу. Ну что, отмена. Снова система самоуничтожения включилась, как первой части. Прям придется бежать быстро. Так, ну да, не знаю, чем взял вирус, не понятно, этот G-то. Где он-то? Мог бы оставить, просто он здесь валялся. Непонятно, чего это надо было. Так, ну эти растения мы-то дома. Хотя с растениями надо разобраться бы. Я как раз туда не пошел, там, по-моему, шкафа дверь, наверное, есть. Да, думаю, скажу, все-таки разберусь с этими растениями. Мне хочется все-таки это сделать кое-что. Так, давай откроем. Там, по-моему, какая-то дверь должна быть. Еще она, да, вот она. А, там растений даже нет. Таким образом-то. Да, вот как раз для этого нужно, по-моему, компьютер был регистрироваться-то. Двое или больше сотрудников необходимо, чтобы войти. Начало идентификация отпечатка пальцев, вот. Потом как раз компания Заклэр, мы здесь откроем эту дверь. Так что отпечатки Леона здесь точно нужны. Клэр пригодится, думаю. А вот как раз отпечаток пальцев подтвержден, отлично. Начало вторичная идентификация отпечатка пальца. Продолжить. А, 30, да, требуется, в общем, второй сотрудник. Ну, требуется, точнее, на Клэр еще. Да, еще один человек нужен, чтобы помочь мне открыть дверь. Но это для Клэр пригодится. Клэр как раз, думаю, дверь откроет. Компании там, в общем-то, за неё, как раз, думаю, дверь откроем. И это как раз это сделав. Так что Леон это... Не получится открыть дверь без Клэра. Это только лишь сделаем, сможем сделать лишь только компании за Клэр. На этого же сценария. Жалко, что он же не знаю, почему она хотела убить. Он чё... Понятно. Чем-то ли он взял этот вирус, тоже непонятно. Может было оставить, просто валяться здесь. Зачем он нужен, это было непонятно. Просто чтобы доказать это. Доказательство того, что враг в сети произошло, что ли. Так, ладно, уходим отсюда. С нами больше делать нечего. Пора эвакуироваться. Убираться отсюда, наконец-то. Эмодиск у нас есть, теперь можем отсюда убираться. Так, еще я думаю сходить нас все-таки забрать. Хотя нас, по-моему, нет, ладно, ничего не надо. Идем. Леон! А? Я ждала тебя, Леон. Что ты делаешь? Ты знаешь, что я делаю. Так что просто отдай G-вирус. Поверить не могу. Аннет была права. Во всем. Вот почему я говорила тебе, чтоб ты уходил, но ты не слушал. А теперь отдай его. Не заставляй меня стрелять в тебя. Ты не сделаешь этого. Ада! Ада, я держу тебя. Не сдавайся. G-вирус. Леон. Все кончено. Просто отпусти меня. Замолчи, ты выберешься. Слишком поздно, Леон. Мы оба это знаем. Нет, я обещал, что мы выберемся. И мы вместе покинем это место. Я... Действительно хотела бы сбежать с тобой. Сбежать
от всего этого. Прощай. А, да! Нет. Итак, это то, из-за чего все вокруг умирают? Не, правильно, надо было сразу было бы выкинуть все. Думаю, сейчас это было Ванет. Так, пистолет. Это оружие ада и магазин совсем не осталось патронов. Понятно. Что заставило ее поступать так? Поступить так, что заставило? Не знаю, что заставило. Непонятно. Ну, первая точно мертва. Так, хотя бы я мог бы все-таки было жевать. Так. Блядь, что я там что-то мне прибило этими обрушившимися к этому этим сверху-то трубами. До конца не добило. Анет. Не знаю, чем мог делать. Так, ладно, уходим отсюда. Так, ну все, уходим отсюда так-то. Нас ожидает финальная битва с боссом. Боже, так ничего не осталось. Три. Где часа, правильно попал, нет? Он сюда. Хотя нет, не сюда пошел. Ладно, идем отсюда, уходим, наконец-то. Пора сюда выкидываться. Сейчас надо будет заодно на всех случаев взять патроны, да, аптечки. Готовится битва с боссом, с финальным, в этой именно компании зайдем. Самое интересное, еще будет у нас компания The Claire, этого же сценария. Там новые враги появятся, еще более интересные, грозные противники. Новые персонажи. О, чух, это зомби. Откуда вы взялись? Здесь интересно, непонятно. Так, ладно. Потратим последние патроны. Ух ты! Вот чертыря! Ах ты засранец! А, даже рука моя не осталась. Прицепилась к нам. Ох, сколько воды сипит. Сразу обоим голову утекли. Да, патроны, конечно, еще остались, но тратить их не на чем будет. На босса потрачу в первую очередь магнум. Так, наскочим сначала патронами. Быстренько. Так, вам не должно сюда, мне нужно идти помереть сюда. Куда нужно было идти-то? Я уже забыл даже что-то. Пом сюда. С Эвром сходим, музыка. Возьмем все патроны необходимые. Аптечки. Так, аптечки. Дровник убираем, берем магнум. Прокачанный, парамодифицированный. Может, уже огнемет взять можно будет. Так, а где патрон? Так, где? Куда я плавал? А, вот он. Чёрт. Так, не то. Вот, 22 патрона, свадьбу. Диск берем. Так, аптечки. Хотя можно еще огнемет взять. А? Или магнум? А хотя магнум-то? Не знаю, просто. Хотя возьму, ладно, может пригодится. Хотя, конечно, лучше в этот раз брать аптечки именно. Так, ладно, сейчас возьмем диск быстренько, и сейчас вот... Хотя, наверное, сейчас не получится. Так, ладно, огнемет не буду брать, буду... Возьму один магнум, и хватит его спокойно, на битву с боссом. Сейчас чем не брать его. Берем побольше аптечек, на всякий случай. Вот так вот. Так, сейчас возьмем одну аптечку, здоровье там все-таки. Сняли. Все один раз зомби-то. Так, сейчас аптечку берем. Сука, аптечка у меня, да. Что-то много. Потом нам это хватит спокойно. Если, конечно, дадут возможность еще потом взять аптечку, я возьму ее. Когда диск используем. Сохраниться, наверное, не буду. Это уж финал. Может, там здесь ничего не остается сделать. Лишь только биться с боссом, и там уже будет ролик финальный. Титры пойдут. Так что, сохраниться, наверное, не буду. Незачем. Думаю, пройду и так. Битву с боссом. Так, используем диск. Отлично, ну все, готово.
А, может, да, аптечка. Хотя мне так аптечка хватит. Должно уж хватить, думаю, точно. И патронов. Ладно, побежали. Уходим отсюда. Теперь нас ожидает финальная битва с боссом этой игры. Мутирующим Биркином. До взрыва осталось 5 минут. Вот так вот. 5 минут. А в первой части там, по-моему, было всего, сука, 2-4 минуты. Так, лифт, где нас спускает? А, по-моему, там. Так, позволяю еще добраться до платформы. Да, включаем его. Теперь мы готовимся к битве. Пока лифт не приедет, и пока с боссом разберемся, никуда не приедет. Так. А вот и он. Ох ты, блин. Какой грозный. Мы потом быстро двигаться, по-моему, да? Ну, в общем, битва напоминает немножко битву с этим. Хадим, в общем, как его зовут, тираном-то. Локация похожа немножко. Прыгать будет, засранец такой. Так, ок, морюка. Как упрыгучий-то. Потом вниз не спускается, вот что, плохо. Да, магнум 3 патрона, ему его почти уложит. А вот они пролезают, что ли? Не пойму. Ох ты! Чё, все? Ох ты, блин. Как он кусает-то. Больно. Ну не, под печку отпал, но так ладно. Бежим. Вот это кашено очень такой. Засранец еще тот. Так, куда он появится, конечно. Ой, он с той стороны появляется. Сейчас будет прыгать, наверное, снова. Да, блин. Зараза такая. Надо быстро с ним разбираться сейчас вот. Откуда он еще появится? Он там застрял, что ли? Все. Мелит приехал как раз после битвы с боссом. Снова, в общем, с ним разобрались. Так, ну все, теперь эвакуируемся. С боссом мы полностью собрались, хотя нет, еще не полностью, да, нет еще. В компании за Клэр мы там видим еще одну битву после этого момента уже. Так, ну потом хватит спокойно. Магну прокачали, поэтому хватило патрона-то. И аптечка даже не нужна была, совершенно аптечка мне пригодилась в данном случае-то. Ну все, теперь смотрим ролик финальный. В общем, теперь заканчивается мапкам прохождение игры Resident Evil 2 компании Зарьёна, именно сценария. Титр там я уж немножко скажу, думаю, с вами не об игре. Поехали, в общем. Смотрим финальный ролик. Осторожно! Ты в порядке? Да, в порядке. Наконец-то все кончено. Нет, не все. Я должна найти своего брата. Ты права. Это только начало. Прощай, Ада.
Ну вот и все. На этом заканчивается прохождение кампании. Resident Evil 2. Ну вот и все. На этом заканчивается мое прохождение кампании за Леона. Сценария в этой игре. Так, посмотрим, что там за ранг. Статистика какая получилась в результате этого. Что у нас там? Сколько времени прошли эту игру? Ранг С получили, да? Сценарий Леона А. Время игры 4 часа 42 минуты ровно. Число записи 10. Ну так вот мы прошли кампанию эту. Не знаю, постараюсь, конечно, потом в сценарии заливные заклады пройти, либо заклады пройти на ранг А постараться, чтобы там открыть всякие сценарии. Это пока что все. Увидимся в следующей кампании. За Клэр. Это уже сценарий А. Прохождение. Это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорой встречи. И всем пока.